Приветики, мои котята, с вами Прика, и добро пожаловать в Wildcraft. Сегодня у нас будет необычное видео, мне нужно прокачивать как-то кенгуру, я уже не знаю, что придумать. А придумала я сегодня охотиться на секретных боссов. У нас их всего два в игре пока что, но я думаю, что в скором будущем у нас будет появляться все больше и больше секретных боссов. Вот, но на сегодняшний день их два. Один секретный босс находится в Древнем Египте, и второй секретный босс в китайском лесу. Поэтому давайте начнем с первого. Отправляемся в секретный Египет, хотела сказать, в Древний Египет. Загружайся, загружайся. Так, у меня телепорты сейчас не работают, так как подписка отсутствует. Может быть, некоторые рады этому, но не я. Я не очень радуюсь. Нам нужно подойти вот к этой, по-моему, пирамиде. Если мне память не изменяет. Так, я поставила метку. И мы сейчас туда отправимся. Все, поехали. Выходим из логова. И попрыгали, попрыгали. Это, в принципе, не так уж и далеко. Здесь можно даже посмотреть. Вон туда нам нужно будет бежать. Поэтому мы сейчас в припрыжку быстренько добежим до этой пирамидки. Прыгаем, прыгаем. Потому что секретный босс именно там. В этой пирамиде. Так, обходим аккуратно всех зверей. Всех животных. Они нам не нужны. Так. Вообще, кстати, я удивлена, что я еще помню, где это находится. Потому что обычно я всегда пользовалась телепортом. Быстренько-быстренько телепортировалась и все. Так, и здесь нужно считать колонны, по-моему, после третьей колонны. Первая. Вторая колонна. И третья. После третьей колонны заходим в стену. Та-дам! И вот он, наш секретный босс в красивейшем зале. С такими рисунками. Классными, египетскими, да? Фресками там, или как они называются, я точно не могу сказать. Ох, мы всего лишь 59 уровня. Нужно ли нас прокачать? Да, конечно же, нужно. У меня еще и эликсир через край идет. Нужно еще и потратить эликсир. Так, Коди я не буду прокачивать. Никса чуть-чуть прокачиваю. Это выполнение квестов. Вот, я его еще пока что не кормила, что-то у меня вырос. Так, ну все, была не была. Нужно будет переключиться сейчас на фиксированную камеру. Так, фиксированная камера есть. Босс очень жесткий. Ну, для меня, для моего кенгуру, да. Так, давайте его кусе сделаем. 90 у него жизней, 90 тысяч, да. И 185 уровня. Сейчас мы будем очень долго его бить. Ну, прям, я даже не знаю, сколько это по времени займет. Наверное, минут 5, 6 или 7. Вот, я, скорее всего, поставлю ускоренную съемку для того, чтобы вы не скучали, да? Ну, я вот так вот буду просто бегать, прыгать. Джойстик я менять, скорее всего, не буду, потому что у этого босса джойстик не спрыгивает, как у других боссов, да, допустим, там кенгуру бывает, убежит куда-нибудь на край карты. Здесь такого не бывает, поэтому можно вот так вот джойстик зафиксировать, ну и... И забыть на 5 минут про него. Тут уже сам мой пэт и моя партнерша его добьют. Так, вышла неувязочка, мне не хватило энергии, ничего страшного. Я как раз хотела взять еще и бустеры для поднятия XP, так что это все вовремя. Выходим снова. Так, сбежим к нашему боссу. Энергии мы уже набрали необходимое количество. Ну и также жизни тоже набрали. Не переживайте, сейчас будет все ок. Ну, мы 59 уровня, что вы хотели? Вы думали, прям сразу так бац и победили?
Надо было, конечно же, бустер съесть, да, на бесконечную энергию. Тогда бы вообще не было проблем. Но так как у меня, как вы видите, запасы практически иссякли, я выполняла задание по Wild Pass, да что ж ты будешь делать? Зачем ко мне пристал? У меня тут другая цель совершенно. Вы обе зачем ко мне пристали? Так, все. Отвязалась я от лисичек. По Wild Pass выполняла задание. Тут у меня уже буквально 3 дня осталось до окончания. Вот. А у меня еще там какой-то 27 уровень, что ли, всего. Это, конечно же, ужас. Так, колонны считаем. Первая. Вторая. Третья. Заходим. Так, пьем эликсир. Можно, наверное, давайте самый слабый. Вот. За просмотр рекламы можно, конечно, его взять. Ну ладно, я не буду это делать. Так, все, я поняла. Выходим. Ну все, поехали. У нас 37 тысяч еще осталось. Я думаю, что на этот раз энергии точно хватит. Ну вот, уже все подходит к концу, энергии хватает прям впритык, очень тяжелая битва была, но зато мы прокачались аж до 61 уровня сразу. Так, а ты, моя красавица, до какого уровня прокачалась? Тоже, Коди меня прокачала до 61 уровня, давайте потратим эликсирчик на них, отлично. Так, здесь здоровье тоже прокачаем. Ну что ж, Wild и Коди, поздравляю, вы победили первого секретного босса. И теперь сразу же давайте перейдем в главное меню, потому что нам нужно поменять карту. Карта у нас теперь будет китайский лес, потому что второй секретный босс у нас находится именно там. Так, отлично, выходим сразу из логова. В принципе, я могу на карте показать, где это примерно находится. Это вот где-то здесь, посередине. Может быть, там чуть-чуть дальше, наверное, вот с этой стороны больше. Вот здесь где-то примерно находится секретный босс. Ну, сейчас сориентируемся, главное мимо не пробежать. Здесь уже, конечно же, посложнее будет, потому что нужно будет бежать мимо всех этих врагов, которых целая туча. Так, аккуратненько, аккуратненько. Не хочу я просто на них отвлекаться. Обезьянки здесь такие приставучие. Ох, там у меня перекрыт путь. Давайте обойдем гору. И здесь обезьянки. Ну что ж ты будешь делать? Все равно придется, наверное, ай, кого-то побить, да? Ну, сами напросились, знаете ли. Так, давайте чуть-чуть отойдем. Чтобы не потерять все хпшки, то будет очень неприятно. Так, отлично. С какой стороны я бежала-то? Ага, значит, там туда. Все. Так, вот смотрите, здесь у нас босс китайский дракон. Мы мимо него пробегаем, проскакиваем, пропрыгиваем. Вот китайский дракон, он нам не нужен. Нам нужен секретный босс, который находится вот в этой скале. Вот, нужно бежать вот с этой стороны. Бежим, бежим, бежим. Аккуратненько бежим мимо пандочек, не обращаем ни на кого внимания. И здесь, да? Да, и вот сюда заходим. Вот смотрите, добегаем до этого высокого дерева. Ну, вдруг кто-нибудь не знает, вдруг кто-нибудь не смотрел мои видео. Вот до этого высокого дерева по карте это находится... А, ну это совсем не там, где я показала, да? Ну, примерно, примерно с той стороны. Вот, и сразу вот здесь заходим. Опа! И мы видим, заходим в такой зал, опять же, с красивыми рисунками. Просто с обалденными рисунками в японском стиле. Очень красивым, то есть в китайском стиле. Что ж я говорю, какой же японский, это китайский стиль. Ну, здесь я просто сакуру увидела. Вот, сакура у меня ассоциируется с Японией. Вот, но это Китай. И нас ждет такой босс, я даже не знаю, кто это. Как его зовут? Что это вообще?
Ну вот, выглядит он таким образом. Очень устрашающий и очень страшный. Так, бустер у нас все еще работает, но я боюсь, что мне его просто не хватит, так как здесь 115 тысяч жизни. Да, против 90. 90 мы сколько раз пробовали, с двух попыток, да, прошли, с двух заходов. Не знаю, как у нас получится 115 тысяч. Может быть, сейчас съедим все-таки бустер на... так, у нас получится бустер еще один съесть на энергию. Угу. Давайте съедим бустер на энергию, чтобы у нас точно на все хватило. Так, ну что, мы готовы? Я думаю, что мы готовы. Фиксированная камера включена. Все. Тяп тебя и убегаем. Так, ага, вроде бы как лапой он меня не бьет, поэтому можно опять же оставить джойстик в этом положении. И вот таким образом по кругу сейчас очень долго мы будем бегать, но мы все же его победим рано или поздно. У меня создалось впечатление, что прошла уже целая вечность. Бустер на XP закончился, пальцы онемели, но я все-таки сделала это. И прокачались мы сразу на 63 уровень. Так, давайте-ка потратим эликсирчик сразу же, то я все время забываю это сделать. Так, докупим эликсира. Отлично, и Годи тоже прокачаем, но только силу и скорость. Ну что ж, вот такой опыт мы сейчас получили, я думаю, что достаточно большой. Так, давайте переключимся на свободную камеру, для того, чтобы можно было с вами пообщаться нормально, поговорить и попрощаться, да? Вот. Очень классно, мне понравилось. Пишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам такой формат видео «Охота на боссов». Может быть, продолжим снимать что-нибудь такое подобное. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Wildcraft. С вами была Кошечка Прика, и увидимся в новых роликах.